по традиции, пока мужчины совершают коллективный намаз, женщины готовят столы для того, чтобы отметить праздник, праздник окончания поста. У нас есть возможность здесь, на территории мечети в Орехово-Зуеве, посмотреть, что же происходит на кухне. Здравствуйте. Расскажите, это что вы сейчас готовите? Беляши, беляши. Беляши, как еще называется? Какие еще традиционные блюда сегодня будут присутствовать на столе? Вот готово уже горячее. Очень аппетитно выглядит, да, горячее. Очень сладко. Ну, еще не готово до конца, но мы делаем. Еще у нас пироги. Вот пироги. Внутри это наличие чернослива, пирога, яблоко, да.